В результате отверждения мы получили не полимерную пленку, а желеобразную мягкую массу, которая получилась такой из-за того, что растворитель мешает полноценному отверждению всех олигомеров и полимеров, содержащихся в адгезиве. Вот. После полимеризации получаем полноценную твердую полимерную пленку на поверхности зуба, которая не будет подвержена гидролизу в дальнейшем и будет выполнять свои функции адгезива долгое время совершенно полноценно. Мы можем убедиться в том, что это плотная полимерная пленка. Видите? Полноценный полимер.